вообще? Что за чип? Как называется? Неверлос. Неверлос, Неверлос. Это Неверлос, мужик. Да, это бью. А бомба-то уже там, о боже. Это Неверлос, мэн. Вот этого убью сейчас. Дай. Где он стит? Блядь. Время. Ай-а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 й
зеленого. Это Неверлуз, чувак. Это Неверлуз. Я 1 в 3 играю, если что, сейчас. Кстати, я не понимаю, зачем реально с памятью. Достаточно одного раза написать, в принципе. Йоу, ребята, хэлхобой, спасибо за донат. Спасибо, пупсик. Спасибо. Да не, за что тебе спасибо. Го, попробуем так. Просто, бля, там... Да ебаный, не мешай мне. Поставь, поставь, я раздефужу. Спасибо. Сиди, блядь, в квартире от ТЦК, прячься с доставки и проси, чтобы тебе бабка привезла твои продукты. Здорово, сколько стоит щит? Здорово, чувак. 3000 рублей в месяц. Спасибо большое за 200 рублей. 3000 рублей в месяц стоит щит. Я сейчас разыгрываю сабочку на него. Надо написать Neverlose в чат. А так 3000 стоимость. Надо скинуть мне сюда скаут. Бля, вот бы не украли только. Ага, ну план, все. Куда Rapid Fire сбился? О боже, нет, там вообще забейте. Тут главное вся слишком не поверить. Ага. Главное не переусердствовать, и главное в себя не поверить слишком сильно. О, блять, ой, вы это видели? Ой. Я пикаю с правой стороны, у меня преимущество так-то на угол слишком тупой, кривой, дурацкий. He's mid, you can pick. He's mid, he's watching you. Я. Го, пик. Найс. Спасибо за донат. Спасибо большое. Энео или скит? Но Энео лучше чит, чувак. Это очевидно. Понятное дело то, что Энео это лучше чит. Но скит тоже неплохой чит, и фаталити тоже неплохой чит. Спасибо большое за донат. Сейчас это по майке стало, то что один читаки играет. Ну, я в соло играю против твоих троих читаков, чувак, на данный момент, если чё. Бля, да, иди сюда. Бля. О, боже мой. Боже мой, как все плохо. Переиграны. Боже, как что я творю, как же я их переигрываю. Как же я переигрываю, блять, 8-1. Почему я 1 на 1? А, ну потому что мне тиммейты мешали, тут тиммейты не мешают, тут тиммейты более-менее помогают. Но тоже вот этот вот чувак на втором месте, Логан, мешает. В той игре тиммейты мешали, я против одного, сложновато было, а тут я против троих сразу играю. И как-то вообще на чиле сижу. Ну пикай на... Бля, он на контроле реально пикает. Угу. 6 патронов хватит, да. Ну
Он мне снул. Боже, не, я просто лучший. Это пиздец. Это пиздец, чуваки. Не-не-не, ну это, я не знаю. Это надо конфиг вам покупать, мой. Тут вообще нет другого варианта. Тут надо прям конфигурацию вам покупать. Да, сейчас ссылку скину в чат. Это пиздец. Чуваки, вот конфиг. Я в чат ссылку закинул на конфиг. Нет, тут надо пиздец, я не знаю, что происходит вообще. Я 1-3 играю. Я не знаю, просто выиграю я игру в итоге, не? Но если я 1-3 выиграю, это что-то вообще невозможно. На контроле, чувак, пикаешь, серьезно, чё? Да, бред. Смотрите, байчу, я его байчу, если чё. Я его байчу. Он батится? Ага, блять, позицию для него выиграли. Дай! О, боже! Йоу, ребята, хавахабой, спасибо за донат. Спасибо. Лучше, когда розыгрыш. Стри! Стри движение! Стри! Байчу! Стри байт! Розыгрыш, сейчас я доиграю катку, ну потому что тут вообще пот. Надо выигрывать. Сейчас я доиграю и сделаю розыгрыш. He's not close. Just stay. He's right side. Погодите, меня один раз убили? А меня случайно не свой убил? Меня походу не раз убили, это свой. Спасибо за донат большое, спасибо. Надо эту игру очень прям плотно выиграть. Мне дали инвайт на GameSense, который нужно покупать, бля. Вот, я, короче, ссылка на конфиг в чате, чуваки. Тут, конечно, не купить, это вообще грех. Он решил просто в тупого вылететь. Красава. Чё, со всех сторон крысы обходят, да? Бля, эта ситуация плохая, кстати. По уму. Бомба-то тут. Я успею ли? Ай. А я успею. Успел. Там еще один чел. Боже, как я по эту игру играю, вообще жесть. Сейчас я его тут-то и подловлю. Сейчас он не пройдет меня. Я буду еще на время играть, просто тянуть максимально. No IQ gameplay sense to play. Ты, блядь, даже sense неправильно написал, дурачок. Играл бы ты на ХВХ, хотя бы знал бы то, что GameSense пишется с Е. Точнее, с И, блядь. Тупорылый вообще, реально. Юто. Блядь, Юто. Ну ты вообще дурак. Не, сыграю на время, я не буду рисковать, мне это вообще незачем. Пусть он идет. Да, иди сюда. Иди, чувак. Фу, 11-1. Ты ролил уже? Нет, у меня не было возможности, я катку играю в жизни. Спасибо, Серк. Спасибо. Так. А, бомб. Give me bomb. Слышь, тупой, дай бомбу. Или как там на твоем? Бимбу. Грим,
А? CZ-75 auto. You want it? Да, да. А я в револьвер. Не, тут с револьвером против дигла никак. А чувак же играет, не играет свою игру, он просто вот как... Ага, бомбы-то нет. Take the bomb, take the bomb, take the bomb, бро. Take the bomb. Take the bomb, take the bomb, take the bomb, take the bomb, I cover, I cover. Wait, 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 wait me, wait me, wait me. Wait me, wait me. Go big, go big, go big. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Go big, go big. Plant, plant, plant. Мне тут увольнять, не? Блять, я не знаю. Сейчас plant the bomb, plant the bomb. А, блять. Понятно. Мой фейл. Ладно. Лоу читер. Пятьдесят один на один. Блять, да я против клинов это больше умираю, чем против трех читеров. Чисто бред. Трэш. За твой КФГ банят на 24 часа или нет? Ничего не банят, чувак, я играю спокойно, меня никто не банит. И как ты видишь, я еще и выигрываю все эти игры. Он реально мид занимает, просто уже там на лаке убивает меня каждый раз. Блять, а как теперь пополнить НР? Блять, бред. А ты можешь мне донат закинуть или в моем телеграме купить? Блять, отвлекся, короче, меня дебил убил из-за этого. Можно вот тут взять, я сейчас ссылку в чат скину. Вот, CS2. CS2 читбот, короче. Я ссылку на... Телеграм бота скинул, где конфиг продается. Вот, вот тут вот. Ты вообще тупорылый. У меня счет, блядь, 51 на 2. Я один раз слюсь, и ты пишешь, а, даже с читом все. То, что там 3 читера тебя вообще не смущает, даже 4 читера. Ой-ой-ой, спасибо, 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 Скай. Спасибо, спасибо, Скай. Спасибо. Спасибо, Скай. Спасибо, мэн. Спасибо, спасибо, Скай. Дай бог здоровья. Спасибо, Скай. Надо будет вот сюда пикнуть. Спасибо, спасибо, Скай. Спасибо большое. Эту игру я посвящаю тебе, этот выигрыш, если он будет. О, блядь. Надо бы зарядить, конечно. Спасибо, Скай. Изи. Боже, блядь. Один в четыре или один в три, я так и не понял. Я играл прошлую игру против этого чела. Счет был 13-10 или как-то так. Я там, ну реально, надо было постараться, чтобы выиграть. Игра, эту игру, когда у него три читака... 13-2. Вообще, то есть, изи прям в одну калитку закрывает. Троих, блядь. Спасибо, спасибо, Скай. Сейчас идем в Дискорд, я просто повайбиться хочу. Тут игра прям потная, чувак. Если у тебя есть аккаунт, премьер, точнее, нет, не премьер, просто прайм, то пойдем попеним. Go play. Давай, давай, давай. Я тебя приглашу сейчас. Ну, хотя бы вдвоем будем играть, если что.
Уже получше будет, а то что-то я в соло как-то вообще запотел немного, фу. Пиздец. Хай-хай, здраво. Так, ребят, давайте, как, короче, я обещал, сори, то, что я с розыгрышем немножечко подзадержался, так сказать. Хексколор, я помню, если ты меня спамишь, это ничего не ускорит, я тебе ничего не скажу. Пиши мне в ТГ по вопросам, мне надо на стриме писать. Короче, го, давайте, розыгрыш сабочки НЛ. Надо написать в чат на Берлуз. Так, я секундомер сейчас поставлю. Секундомер. Короче, у вас будет 15 секунд, чтобы написать свой телеграм. Вот, если вы телеграм не напишете, точнее, если телеграм не отобразится в окошке, даже если вы его напишете, то ГГ, короче. Все, давайте. Малой. Спасибо. Иду КФГ, собака, не уроми. Спасибо, хорошо, катка начнется, скину. Спасибо. Так, сейчас я как раз таки этому Скаю тоже конфиг выдам. А, все это. Если ваше сообщение будет в чате больше двух раз, то вы тоже проиграли, кстати. Я воду пью, сори. Шапка. Шаба. 1337. Так, хорошо. Хорошо. Спасибо, папаша. Какой НЛ-чик. Так, хорошо. Go next розыгрыш, короче. Давайте следующий кейворд, тоже собачка НЛ будет, короче. Давайте, короче, лето. Ну, так, чисто без напара, без приколов, просто лето, короче, будет. Не больше двух раз. Больше двух раз пишите, вас кикает с конкурса. Кейворд. Лето. Так, лето. Так, надо еще конфиг. Вот из я. Скинь еще раз, вы не набралось. Так, конфиг, надо выдать чувачку, который 200 закинул. Ща. Так. Never one. Алло, алло, Скай. А, окей. Так, ему или ону тоже надо закинуть. Так, сейчас конфиг закину. User doesn't exist, чувак. Чувак, у тебя... Кто 250 рублей закинул, у тебя ника такого нету, если что, я тебе не могу конфиг скинуть. Ты неправильно ник прислал. Так, скинул конфиг, короче. А чё, это ХВХшка, не? Так, чуваки, я напомню, то, что если вы пишете больше двух раз, вас кикает из розыгрыша, поэтому не пишите больше двух раз. Короче, спам то считается, что я пописал раз 100, что за наебалово. Чувак, ну я не знаю. Мне кажется, другой же писал. Окей. Базар, чувак. Базар. Все, я скинул конфиг. Короче, если что, так, чисто вот для твоей справки. Ничего не отключая, кроме этого сейф-мода, это во-первых. Во-вторых, короче, по умолчанию стоит миндамаг 100. У меня миндамаги стоят все на Q. Я, короче, ну, то есть Q это переключение оружия, я делаю типа unbind Q. И на Q у меня стоит миндамаг. Ты прожимаешь на Q миндамаг,
И у тебя вместе с Миндамагом прижимается еще хитшанс меньше. Вот. Миндамаг плюс хитшанс тебе меньше, короче, становится. Это, ну, допустим, надо...